Вэй. Доброе утро, полковник Пин. Доброе утро, командир Бонд. Чем обязан такой честью? Хотел узнать, с какой целью китайский агент звонил курьеру в Стамбуле. С той же целью, которую преследовал один британский агент. Предлагаете объединиться? Поговорим завтра в Бангкокском океанариуме. Будьте один. Если, конечно, не хотите неприятностей. Мило. Я хотел предупредить вас о том же. Это Бонд. Добрый вечер, мистер Бонд. Где вы, Пин? Мы скоро встретимся. Выполните мою просьбу ради нашей общей безопасности. И что же за просьба? Мне сообщили, что в океанариуме спрятано оборудование для звукозаписи. Наш разговор не должны услышать посторонние. Сообщите, когда найдете устройство и отключите их. Океанариум просьбается к выходу. Просим вас последовать. Океанариум закрывается. Просим вас последовать к выходу. Готово. Все чисто.
Хорошо. Встретимся внизу, рядом с китом. Океанариум закрыт. Благодарим за визит. Переходите еще. Пин? Это вы? Командер Бонд, скажите, что вам известно о китах? Немного. Только то, что лучше не держать их в аквариуме. И что у них огромная пасть. Тогда вы должны понимать, что такое жизнь в крупнейшей стране мира. Население Китая — больше миллиарда человек, мистер Бонд. Больше миллиарда китайцев нуждаются в еде, домах и одежде. Каждый день, каждую неделю. И так из года в год. Мне знакомы эти цифры. Но вряд ли знакомы выводы. Какие? Мы не отстаем от Запада по уровню развития. Мы изобрели порох и деньги, когда вы еще жили в пещерах. Но в каждом обществе есть нарушители закона. Те, кто готов на все, чтобы добиться цели. Ученый, промышленный шпионаж. Кто-то из Китая в этом замешан? Кто-то из ваших похитил его? Нет, гораздо хуже. Тут замешан торгаш. Тот, кто похищает опасные секретные технологии и потом перепродает их. Не из политических убеждений, а ради денег и власти, ради того, чтобы стравить нас. Но кто? Где он? Как его остановить? В Женеве мои люди пытались выйти на этого человека. Узнаете его? Нет. Его зовут Рак. Он родился в Монголии, на пограничной земле между Россией и Китаем, и ненавидит обе эти страны. Он держит деньги и любовницу в Швейцарии. А сам живет в Бангкоке? Он замешан в темных делишках. Вначале мы думали, что он просто посредник, но... Thank you.
Стой! Один шаг, и ты труп. Брось оружие. Нет, враг все равно прикончит нас обоих. Thank you.
Доставьте тело в морг и найдите другого водителя. Бонд. Рада, что вы целы, 007. Мы знали, что вы в Бангкоке, но... ваши GPS-координаты 6 часов не менялись. Я почти нашел заказчиков похищения ученого. Мне нужна информация о человеке по имени Рак. Счета, бизнес-партнеры. Нужны все имена и адреса. Сделаем. Но предупреждаю. В новостях сообщают, что тайская полиция разыскивает англичанина, который устроил погоню в Бангкоке и разнес полгорода. Почему вы решили, что это я? Это риторический вопрос. Я перезвоню. Второй водитель так и не объявился. Осмотрите здание вдоль берега и опросите прохожих. Доставьте тело в морг и найдите другого водителя. Бонд. Рада, что вы целы, 007. Мы знали, что вы в Бангкоке, но... ваши GPS-координаты 6 часов не менялись. Я почти нашел заказчиков похищения ученого. Мне нужна информация о человеке по имени Рак. Счета, бизнес-партнеры. Нужны все имена и адреса. Сделаем. Но предупреждаю. В новостях сообщают, что тайская полиция разыскивает англичанина, который устроил погоню в Бангкоке и разнес полгорода. Почему вы решили, что это я? Это риторический вопрос. Я перезвоню. Второй водитель так и не объявился. Осмотрите здание вдоль берега и опросите прохожих. Бонд, мы нашли того, кто может вывести вас на Рака. Это ваш старый друг Силк. Его клуб недалеко от вас. Загружаю его координаты на ваш смартфон. Наши люди трали речное дно. Если он погиб, мы найдем тело. Отлично. Если отыщем его, нам хорошо заплатят. Ладно, у нас есть фото с камер наблюдения. Надо найти этого человека. Похоже, в этом деле замешаны очень влиятельные люди. Обыщите все. Thank you.
Ты! Нужны еще люди! Добрый вечер, сэр. Проводить вас к столику? Нет. Проводите меня к боссу. Он вон там. Старый друг, я чем-то могу помочь? Я ищу человека. Какого человека? Вроде тебя. Он считает, что все в мире можно купить и продать, и хочет урвать свой кусок. Ты так хорошо меня знаешь. Как же ты меня нашел? Если перевернуть каждый камень, под одним из них непременно будешь ты. Знаешь, меня выгнали из Сайгона. Это было до или после побега из Афин? Или Ибицы? После Йоханнесбурга я запутался. Тебе нужна женщина? Предпочел бы информацию. Узнаю старину Джеймса. Только с чего ты взял, что я отдам тебе Ракка? Даром. Я хорошо тебя знаю, Силк. Тебе нет никакого дела до судьбы Ракка, но есть дело до 20%, которые он дерет с тебя раз в неделю. У него есть лодочная станция на реке Чаупрая. Только живым тебе туда не добраться. Поспорим? Смотри, а то опять проиграешь. Желаю удачи и доброго дня. Один англичанин ищет Рака. Я поспорил, что не найдет. А ты ведь знаешь, как я не люблю проигрывать. Не подведи. Полиция ищет агента по приказу Рака. Сейчас британец идет сюда. Будьте готовы стрелять немедленно. Рак велел брать его живым или мертвым. О, тут труба! Thank you.
отце его не задержал. Тут кто-то есть. Все, Рак. Все кончено. Я знаю о похищениях, об ученых, о биооружии. Даю тебе последний шанс. Надо было уходить, пока у тебя был шанс!